Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу поделиться с вами нежнейшим, вкуснейшим ужином, друзья. Готовится легко и просто, но очень ароматно. Уверен, родным и близким очень понравится. Кидайте сразу в копилку, комментируйте и начинаем готовить. Погнали! Первым делом нам понадобится чеснок, лук, морковь. Все это измельчаем, нарезаем. Чеснок нарезаю вот таким вот образом. Лук нарезаю кубиком. Отправил растительное масло и добавляем лук, чеснок и обжариваем. Пока обжаривается лук с чесночком, нарежем морковку. Морковку нарезаю вот таким вот образом. Лук обжариваем не сильно. До румяности слегка подвяливаем его и сразу же отправляем морковку. Теперь все вместе обжариваем минуты 2-3. Теперь беру сладких перцев 5 штук. И нарезаем. Перец нарезаю крупновато, кубиком. Подошло время отправить перец сладкий. Огонь переключаю на минимум и потихоньку начинаем тушить. Также нам понадобится помидорка. Крупных беру 5 штук. Удаляем сердцевину. Обязательно для этого блюда выбирайте помидорку мясистую, сладкую, вкусную, ароматную, желательно домашнюю. Нарезаем кубиком. Как только перец слегка начал мякнуть, отправляем помидору. Все вместе теперь тушим на большом огне минут 5. И добавим вкусную красную рыбку. Добавляю по вкусу черный перец, соль также по вкусу и добавляю буквально чайную ложку молотого кориандра. По желанию можно добавить перца чили, но добавлять я не стану. Такие вот у меня имеются обрезки красной рыбы. Идеально подходит для этого блюда. И самое главное, недорого. Отправляю 600 грамм красной рыбы. Перемешиваем. И накрываем крышкой и тушим примерно 10 минут. Также нам понадобится свежая петрушка. Нарезаем довольно крупно. Сверху украшаем зеленью. Пробуем. Друзья, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Блюдо очень вкусное, рекомендую. Очень ароматно, очень вкусно, очень нежно. Рыбка просто бомба, друзья. Обязательно пробуйте.